Всем привет! Вы на канале «Возьми, сделай». Очередная неделя пролетела. Очередные выходные также пролетели. Трудовые выходные, трудовые недели летят. Только успевай осматриваться, как время летит. Так, ну тут у меня уже седьмая партия на замещении. Седьмая партия вытесняет четвертую партию. Остатки четвертой партии стоят еще у меня здесь в инкубаторе. Жду, пока выйдут на приморде. Основная масса уже в выростном помещении. А эти такие притормозившиеся блоки пока стоят здесь. Отдыхают. Ждут. Ждем приморде. Так. Что тут? Как сказал, 7 партий посел. У нас уже середина октября. Планирую сеять до середины ноября. Да, чтобы под Новый год еще грибочки были. Потом с середины ноября не сею. Декабрь не сею. Скорее всего, часть января тоже не буду сеять. Вот, а буду сеять где-то после половины января. Так, ну пока сеем, пока работа идет. Грибочки потихоньку продаем. Сейчас пойду покажу, как там дела обстоят в выростном помещении. Итак, выростное помещение. Также волны замещения по конвейеру друг друга меняют, друг друга заменяют. Там наверху стоят блоки уже после первой волны, уже на отдыхе, почищенные и ждут своей второй волны. Так, в общем, там примерно, я так прикинул, где-то блоков 25 плюс-минус. Потому что тут не со всех еще собранные. Есть вот по одной, по две грозди сняли. Начало плоношения. Ну, в принципе, так оно и должно у меня постепенно идти. Я понемногу сеял по 25 блоков в неделю. Чтоб не сильно себя нагружать с продажами. Потихоньку продаю. Потихоньку понемногу носим на рынок. Здесь сейчас около 100 блоков в общем количестве стоит. Ну что тут еще сказать. По климату, по выращиванию тут ничего у меня не работает. Он кроме вентиляторов двух, которые один гоняет так по помещению воздуха, и который один засасывает воздух на подаче стоит. И увлажнитель воздуха отопления сейчас не работает. Погода у нас позволяет его не включать. Так что такие вот дела, в принципе, так здорово информации. И что тут рассказывать, уставшая голова не варит. Если у кого какие вопросы возникают, пожалуйста, пишите в комментарии. Буду отвечать по возможности. Так, все, всех благодарю за внимание. Не забываем ставить лайкосики и подписываться на видео. Всем пока, до встречи в новом видео.